От многообразия игрушек, представленных на полках первого детского гипермаркета, разбегаются глаза. Самый сложный вопрос у родителей – что же выбрать? Кукольный домик или собаку-робота для девочки, машинку на радиоуправление или трансформера для мальчика? Здесь лучше довериться мнению главных экспертов. А машинки понравились? Да. Вот из этих машинок какую бы ты выбрал? Вот как-то. Механические игрушки, электромашины, умные роботы и детские мини-компьютеры – огромный выбор современных подарков изюминка магазина. А родители и не против капризов своих детей, ведь при высоком качестве товаров цены демократичные. Я мечтала о такой собаке несколько лет, и вот мне ее купили. Ассортимент будет дополнен, но уже сейчас покупатели могут найти игрушки и вещи на любой вкус, в том числе и детскую одежду, начиная от пижам для самых маленьких анапчан и заканчивая нарядными детскими праздничными костюмами, куртками и даже зимними шубками для маленьких модниц. Это верхняя одежда, хороший ассортимент курток, толстовочки, очень хорошие толстовочки, разные цвета, размеры. В первом детском гипермаркете можно выбрать товары и для будущих мам, а также для малышей до 3 лет. Детские коляски, манежи, кроватки, одежда и игрушки для младенцев. Ассортимент пополняется каждые 3 недели, а площадь настоящего детского королевства – 2000 квадратных метров. Кстати, приятный сюрприз ждет и родителей. В честь открытия гипермаркета покупатели получат скидку 50% на весь ассортимент магазина. Это точно твоя мечта, так сильно. Время скидок ограничено. Это идеальная возможность купить игрушку, о которой давно мечтал ваш ребенок, по сниженной цене. Принять участие в акции можно с 13 по 15 ноября. Первый детский гипермаркет расположен по адресу Анапское шоссе 5. Хорошая новость для тех, кто любит совершать покупки онлайн. Сейчас сотрудники магазина работают над сайтом детского гипермаркета. Узнать об акциях и поступлениях можно на их официальной странице. Алексей Дивейкин, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.